Вы кто? Где Майкл? Деньги. Поехали в мир йогуртов. Мир йогуртов? Огурчик, я не знаю. Мама и так злится, что мы опоздали. Вот так. Да, папочка берет. Клубничный. Ты такой странный. Знала бы ты насколько. Я хочу продать дом и согласиться уехать к маме. Дай мне время. 10 000. Обучение, зубы, все. Мы через многое прошли. Да? Но прошу, не забирай мою дочь. У тебя время до понедельника. Тут был мужчина. Найди его. Вот что у меня есть. Деньги. Обычный, восточный. Курильщик. 800? Snake Eyes. Это все, что у меня есть. Думаю, есть кое-что еще. Джорданы? Надо найти 10 штук за 5 дней, или Джосс заберет Пейдж в Флориду. А такие бабки может дать только Союз. Я понял. Поехали. С чего бы мне давать тебе еще один шанс? Бар сейчас другой человек. Да. Неужели? Я снизил число свинины, мультиков и белых женщин до минимума. Ладно. Мне нужен тот, кто знает кодекс. Ладно, но... Эй, ты хочешь повышение? Тогда придется попотеть. Сиди в машине. А вот и зубная фея. Так что тебе нужно? Имя. Бат. О, нет! Кто это сделал? Мы должны позвонить в Союз и ждать. В кодексе сказано, что охотник... Кодекс? Если ты позвонишь Сигеру, я потеряю семью. А зачем чеснок? Если что, я плюну вампиру в глаз и проплавлю дырку в башке. Он мой. Круто, брат. Да! Пистолет сломан! Сними с предохранителя! Помоги, брат! Не работает! Я вложу эти деньги в образование моей дочки, ясно? Я здесь ради этого. А с тобой что? Ты обмочился? Это моя фишка. Ты забрал у меня кое-что, ну а я заберу у тебя все. Ты будешь стоять на коленях и умолять пощадить твоих дочь и жену. Меня зовут Уильям Джеймс Шарп. Ваш номер? TDZF73. Я тут не вижу вашего файла. Так, ладно, как вас зовут, мам? Инспектор 12. 12. Забавно, знаете, я уже говорил с инспектором 11. Моей жене нужна эта операция. Перезвоните позже, нет, сэр. Мне просто нужно поговорить с человеком, знаете, с настоящим человеком. У меня сейчас будет перерыв. Это настоящая жизнь. Мэм, мы настоящие люди. Я рисковал жизнью ради этой страны. Простите, а теперь... я не могу помочь. Тебя тут быть не должно! Привет, Дэнни. Возвращение героя. Рад тебя видеть. Мне очень нужна твоя помощь. Экспериментальная операция. Вот только страховка такое не покрывает, потому что процедура экспериментальная. Ты ради страны рисковал жизнью. Оставил семью, дом, пропустил роды ребенка, и так они тебе отплатили? У меня была цель. Сколько тебе надо? 231. А хочешь больше? Федеральный банк в центре, 32 миллиона. У меня там все схвачено. Но мне нужен еще человек. Четверо внутри и водитель. Мы приедем сейчас, и они наши. Нет, господи, Дэнни. Пора сделать что-нибудь ради себя. И ради семьи. Мы на месте, ребята. Ты как? Все нормально. Здравствуй. Федеральный банк. Сейчас будем заезжать, ребятки. Ай. В
Чем могу помочь, офицер? Просто думал открыть сберегательный счет. Мы проводим инкассацию, стандартная процедура. Ясно. Подождите, да. 20 минут. Знаете, тут такое дело. Я просто очень спешу. Обещаю, грабить я не буду. Правда? А то, знаете, я могу потерять работу. Обещаю. Ладно, ладно, хорошо. Конечно, проходите. Я уверен, что Большой Боб вам поможет. Да, сэр. А мне может помочь та девушка рядом с ним? Ее зовут Ким. Не подскажете, какая у нее фамилия? Просто хочу быть подготовленным. Имя и фамилия. Ким? Да, Ким. А фамилия? Пак. Ким, к тебе гости. Только быстрее. В общем, я уже был в вашем банке несколько раз, и я вообще-то думал, что у меня получится немного поувереннее. Я пригласил бы вас на свидание. Сейчас? Разумеется, сейчас, видимо, не самое лучшее время. Ким Дэниелс. Облажался с фамилией, да? Нет, 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 я бы на твоем месте не стал. Нет, нет, нет. У меня две пушки автоматические. Здесь ты, операторы и еще 9 работников, твой напарник на улице, и тебе решать, выберутся они живыми или нет. А теперь кивни, если понял, офицер. Меня зовут Дональд Фицерой. Я здесь, чтобы скостить вам срок. В чем подвох? Мы вас нанимаем. Кто такие мы? ЦРУ. Вы будете частью элитного отряда в программе Сьерра. Проводить серые операции. Сколько мне придется работать на вас? Скажем так, вы были бы бесконечно полезны. Хороший костюм. Что дали, то и нашу. У меня нет разрешения. Здесь оно и не нужно. Шестой, как слышите? Шестой слышит. Сэр, есть связь. Кодовое имя вагон-ресторан хочет толкнуть данные, которые могут скомпрометировать нацбезопасность. Вы должны его устранить до завершения сделки. Объект приближается. Цель на подходе. Имей в виду, он не один. Шестой, цель идет к вам. Он почти на месте. Кто все эти люди? Будущие друзья, будущие бывшие жены. Пусть уйдут. Мне нужны мои деньги. Переведи их и покончим с этим. Ты понимаешь, как рискованно было прийти сюда? Вижу цель. Устранить. Обсудим цену. Рядом с целью ребенок. Даю разрешение. Отбой. Никакого отбоя. Уходим отсюда. Шестой, это были вы? Сделка отменяется. Ты Сьерра-6. Они не сказали тебе, кто я, не так ли? Я Сьерра-4. Они послали тебя убить одного из своих. Кто тебя завербовал? Фицерой. Где ты обучался? На базе, в Тель-Авиве. Как и ты, я говорю правду. А они нет. Поэтому я сижу тут, в луже крови. Думаю, ты следующий. Возьми это и разоблачи урода. Ты доверяешь Кармайклу? Вот так. Я заберу это. Лады? Задай им шестой.